заступили мы, нас в резерв подняли. Сейчас контролируем, чтобы не допустить, чтобы огонь не пошел на село. Если идет пал, например, здесь, то у нас подключены рукава, ну, предварительное боевое развертывание сделано. Есть, ну, свои способы тушения пожара. Ну почему не страшно? Ну как же не страшно? Конечно, страшно. Потому что если верховой, вот ветер дует, сейчас вот маленько ветер перестал. А верховой как пойдет, такой ой. Ну, вы знаете, как у нас. Это сельское поселение земли, это полигоновские земли, это горхозовские или как там городские, городского отведения. И друг друга никто ничего не знает, как и к кому обращаться. Ну вот сейчас решают, что надо выпилить. Когда будут выпиливать? Сейчас пожар опасно. Зимой не залезешь туда ничем. Ну хорошо, мы все, у меня внуки были, дети, и все вот как на иголках. Где загорится, туда бежим, где загорится, туда бежим. Затушили. Ну а вот, пожалуйста, видите, вот в этом году, вот, пожалуйста, опять.